Друзья, всем привет! Решил купить 1000 капсул с скрепышами и решил посмотреть, получится ли мне собрать коллекцию. Давайте посмотрим, сколько здесь. Вот столько здесь капсул с игрушками. И здесь вот еще есть один такой пакет. Здесь у нас они запакованы. Если здесь у нас все капсулы открытые, вот известно, какая игрушка внутри, то здесь вообще без понятия, какая. Их оставим напоследок. Посмотрим, какие нам удастся собрать игрушки, а потом, если что, откроем вот этот пакет. Итак, ребят, сейчас будем сюда складывать пустые капсулы. Ну, сюда будем складывать в этот тазик одинаковые игрушки. Итак, погнали. Так, здесь не 1000, а где-то около 1000 капсул. Решил их взять сразу же в автоматах, которые по 20 рублей продаются. Вот сейчас, если что-то не соберем, не добьем коллекцию, да, пойдем. Так, это у нас такая же игрушка, сюда ее. То пойдем, в общем, еще докупать, если не соберем. Так, ну а теперь давайте все открывать. Так, вот такие варианты. Потом посмотрим, сколько там еще нужно будет чего. Так, все одинаковые, ой, разные. Я вот сюда. Да, тут сделаем. Так, и вот сюда положить все фразы. Посмотрим, удастся нам собрать коллекцию из 1000 капсул по 20 рублей. Сколько мы уже тут открыли? Капсул может 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Из них он 8 уже разные. Сейчас посмотрим, сколько у нас тут одинаковых вылезет. А, ну тут вон. Как раз вот все по 2 одинаково. Еще один. Это есть. О, еще какая-то новенькая. Что-то все новенькие сразу попадаются. Это есть у нас. А, ну вот, они цветами еще отличаются. Вот, ну, я думаю, нет смысла тут заморачиваться по цвету. Будем складывать. Микки Маус, походу, какой-то. Вот такой. Так. Вот такие по качеству. Не знаю, как там другие выглядят. Вот. Ну, вот эти вот по 20 рублей, которые в автоматах продаются. Вот такое у них качество.
Вот таких вот много попадается. Вот еще. Еще тут он сейчас их сразу. А, вот что новенькое. Дизлайкаешь или как там правильно. Ну, вроде бы нет. Ну, Пепси. Тоже вроде не попадалось. Это мы только что собрали. Вроде бы нету, похоже. Мерзлыш. Так, вроде бы нету. Так что же сюда же положим. Это есть. О, магнит. В интернете смотрел, это как юбилейный или что там, или красный такой же. Считается юбилейным. Редко кому попадается. Сейчас посмотрим, сколько нам таких выпадет. Есть. Еще какой-то новенький. Крутыш. Если не ошибаюсь. Вот это сколько капсул открыто. Ну, так, еще немного. Вискас. Ну, глядишь, таким успехом, может, сейчас все соберем, всю коллекцию. Это вроде уже сколько открыли, уже сколько собрали. А, вот этого вроде бы не было, с долларами в глазах. А, еще одна новенькая игрушка. О, хэштег. Или как его правильно называть? Вот так вот он выглядит. Не туда кину. Еще. Ага, вот оно, еще один. Так, это, ага, есть у нас еще такая. О, вот про какой говорил магнит. Где он тут у нас был? Это два штуки уже.
Ну, не знаю, правда, юбилейный, не знаю. Вообще видел то, что редко кому попадаются такие. Что-то новенькое. Данон. Что-то не фокусирую. Ага, вот так. Что-то не помню. Да, не было. А. Теперь пошли одинаковые. Все, вот сейчас только одни вот такие выпадают. Грустные скрипыши. Вот эти тоже. Ну вот они самые частые. Ага, вот сейчас опять. Жари. Вот самые редкие это вот эти вот. Одна единственная только попалась вот эта вот. Тут, в принципе, еще пока много редких. Вот эти вот самые частые. Что-то не помню такой. Была, не была. Нет. Ну, еще вот такая вот появилась. Есть. О, еще какая-то новенькая. Так, ну да, да, нету. Сюда же тоже добавим. Так, это все. А этот у нас, ага, есть такой. А, ну такая же, только другого цвета. Ага, вот еще одна такая же попалась. Вот столько уже открыли. Вот столько пока. С прикушения собирали одинаковых. Так, крутыш есть такой. Ага, вот он, зеленый только. На ё-моё, всё сбил.
О, авокадыш. Вот такой. Сколько у нас уже? 2, 4, 5, 2, 10, 15, 20, 25 штук. Потом посмотрим, сколько в коллекцию вообще входит. Это по сути скрипыши 2. Есть еще первые. Посмотрим, может здесь еще из первой коллекции есть. Так, да, это есть такая. Потом в конце видео посмотрите. Сделаем сразу обзор, какие коллекции собрал. Первую, вторую. О, вот она. Красный магнит. Это няня. Ага, есть. Куда теперь только эти все капсулы девать? О, что-то новенькое. Ага, вот такой вот попался. Цвета, хотя нет, не вижу. Нет, нету здесь его. Ну такой вот еще попался. Одни грустные смайлики попадаются. О, сейчас тут маленький. Вот. Не подписывается. Вот этот у нас вроде бы был тоже, хотя нет, не вижу. А, ну да, вот он, только другого цвета. Вот он. Сердито ж. Вот такая вот еще новенькая попалась.
Что-то новенькое. Одноглазый. Один редкий, второй попался такой. Где он тут у нас первый? Вот он, как раз такой же цвет. Один Данон. Думаю, вот так вот. Все равно видно, что там находится. Не буду их открывать, сразу туда же буду складывать ко всем, чтобы время не терять на открытие. Так, вот он еще один редкий авокадо. Вот он. О, новенькое что-то. Так. Банан.
О, Что-то новенькое. Вот такое вот. Потом посмотрим, вообще есть он в коллекции. Нет, ну блин. Такой вот. Еще одна новенькая. Какашич. Если не ошибаюсь. О, еще один редкий. Вот такой вот тоже попался. О, еще один. Это джин, если не ошибаюсь. Или джиноч. Еще одна редкая, вторая вроде бы попалась, вискас. Первая уже есть, вот вторая. Так, это что такое? А, да, есть. Итак, ребят, вот столько одинаковых получилось. Вот это в двух пакетах, и вот здесь вот сверху, который изначально распаковывал, вот столько одинаковых. Вот. Это та коллекция, которую мы собрали, и вот что нашел еще. Не стал уже видео затягивать, на паузу поставил. Вот, что тут нашел. Вот они вот такие вот. Потом посмотрим с вами, какие там в коллекцию входят игрушки. Может, вообще это не из этой коллекции, бог его знает. Так, ну пока что вот они варианты. Сейчас еще осталось собрать вот эти, которые запакованы. Вот сейчас будем с вами их вскрывать, смотреть, может, что-то еще там имеется. Так, погнали. Сначала откроем капсулу, а потом будем вскрывать.
Ладно, давайте пока одну вскроем. Так, что это у нас здесь? Вот такая упаковка. Так, что тут у нас? А, крутыш. Ну, вот такой вот попался. Ну, он у нас есть. Так что мы его убираем. Итак, ребят, вот такую коллекцию мне удалось собрать. Вот столько вот дублей у меня в пакетах. И вот это то, что лежит, это все одинаковое. Вот сейчас посмотрим по компьютеру, какие все-таки мы еще не нашли. И пойдем в следующем видео добивать, скупать также автоматы с данными капсулами. Вот столько капсул, ну, там еще больше. То есть около 1000 капсул открыли. И вот такую коллекцию получили. Ну все, пойдемте смотреть, какую коллекцию заполнили. Или еще какие игрушки осталось докупить, чтобы заполнить данную коллекцию. Ну что, ребят, все, собрал коллекцию. Вот, зашел на сайт сразу посмотреть. А, вот она, коллекция Скрепышей 2. Вот, где вот такие колпачки, это значит их просто, ну, нету. Вот еще вот этот под вопросом, вот этот вариант. Потому что здесь на сайте у нас показывается вот этот вот вариант. А у нас вот такой, какой-то он непонятный. Ну, тем не менее, ладно, оставим его. Может, потом, когда будем покупать, найдем что-нибудь другое. Так, и вот у нас идут варианты. А вот этого нету. Ну, короче, сколько тут? 6 штук не хватает во второй коллекции. Ну, вот они. Вот эти вот варианты. Не хватает вот этого. Ну, вот эти вот. Еще 4. Вот. И есть еще вот такая вот коллекция. Вот, Скрепыши 1. Вот здесь не хватает... Сколько здесь? 1, 2, 3, 4, 5. 5 штук здесь не хватает. Вот. Сейчас посмотрим, какие из них. Вот, листаем. Получается, вот этот вот отсутствует. Потом, кто у нас? Артемыш. Дальше у нас нету вот этих двух. Ну, кстати, вот этот вариант, его если только отсюда забрать, как бы, ну, как бы он есть и как бы его нету. Ну, вот что у нас еще? А, ну и вот этот вот. Вот это у нас Аторуш. Вот, ну, так вот, ребят. А, ну вот, кстати, еще 4 штуки. Непонятно вообще, с какой коллекции они. Ну, может, кто знает, пишите в комментариях. Будет интересно. Вот такие вот. Может, это вообще Скрепыши 3 или что-то такое. Без понятия. Так, ну, так вот как-то выглядит. Что-то камера плохо фокусируется. Ну, вот все. Кому понравилось видео,
Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.